своего? Конечно. А на Чернобыле? И не только. Возможно, эта выставка больше о процессах, которые происходят сегодня. Наверное, из всего услышанного надо сделать какие-то выводы, раз председатель, надо как-то взять на заметку. Но я тут, знаете, подумал, что вот художники выступили, рассказали все, да, это продается, это не продается. Вот. Я не знаю, может, я не прав, но, может быть, поступить следующим образом, совместить одно с другим, то есть, например, если цветы продаются и пейзажи, а натюрморт нет, может быть, делать натюрморты с цветами, скажем, на фоне пейзажей. Может, они будут иметь успех, потому что, понятное дело, человек, художник тоже должен там что-то есть, да, вот, если не продается. Вот. Ну, а так, конечно, тут такой, как я понял, демо-версия принципа домино представлена, то есть некая игра, вот, как говорил Артега, искусство игра. Вот. И здесь такой игровой момент присутствует. Правда, там еще было добавлено, что игра не отягощенная реалиями жизни. Вот. Но здесь игра получилась несколько иная. Как бы взяли колоду тогда и набросали так случайных карт. Ну, почему нет?